20 августа 2016 года. Уже солнце близкое к закату. Видно, касается уже ниже деревьев, зашло. И вот сейчас я попросил Михаила Михайловича Кальмаева посмотреть и выправить корзинку. Сейчас интересно, как продают, лишь бы только сбагрить. Что он еще делает? Никита помогает ему. Как-то приехал ко мне и сделал два крючка на почтовый ящик. Я как только беру в Барнауле его, так сразу вспоминаю Михаила, за него молитва. Володя приехал тут. Вот мы все здесь собрались. Сейчас смотрели ТВ-24, про нас что поставили. Я все посчитал, сколько они записывали, с чего. Записывали они 4 часа 40 минут. Из 4 часов 40 минут у них фильм получился 15 минут и 6 секунд. А из этих 3,5 минуты еще пошли на другие, которые там давали. Ну, тоже участвовали как бы и записали. Так, у меня есть это, ножницы по металлу. Надо, нет? Володя дал. Это ножницы? Да. Ну, ладно. И вот он сейчас делает, буду поминать его. Я не умею это делать. Что-то Володя тоже свою технику. Нынче купил только. Как делают сегодня? Ужасно. Безобразно просто. Только купил, уже сразу в первый день ремонт. У нас достался велосипед от моих дедьев. Макар, Филарет и Мануил. Мамины братья. Она по девичестве Чунарева. Чунарева. Оно Синя Ивана мать, а отец у них Егор Илларионович Чонарев. И вот у них был велосипед один, харьковского, как сейчас помню, издания. Они на нем ездили, и нам досталось. Брат старше, на 5 лет старше меня ездил. Мне досталось, ездил в Корчину. Помню, подшипники в кармане были. Туда сложишь их, как могли делать. Это даже вообразить нельзя, сколько лет, по каким дорогам. И ему ничего не доспевалось. Люди Бога не боятся. Еще. Напильник надо, можешь взять, оселок есть. А ключ этот ты брал? Так, ты ему потом подбрось это в бане, чтобы он мог попариться. Слышишь, нет, Михаил? Чтобы он тебе... Ты все в баню сходили, а ты тут возишься и в бане даже не был. А может быть напильник дать, нет? Напильник неохота засаливать. А? Напильник пригодится для пил. А это не надо, оселок, которому... Оселок просто. Не, не надо. Ну ладно. Видите, как вот приехал в гости. О пребывании их, это ТВ-24 у нас, по моим роликам можно судить, их 6 роликов они снимали, которые ничего там не трактуется, а именно то, что было с ними. 4 часа 40 минут снимали, как я зафиксировал, то, что они снимали. Ну, а получилось 11,5 минут только взяли. Не поймешь, кто ли они, говорят, за вас, то ли нет. А меня никогда это не интересует, с истине соответствует или нет. Ну, кого я слышу, все как-то так, ну, неодобрительно на вас отзывается это. А мне понравилось. Ну, что она сказала, это ее мнение. Я понимаю, как это вложиться в определенную. А нас снимали документальные фильмы, ну, не больше 45 минут. А снимают намного больше. Главное, эти гайки-то, русские, китайские, не сходятся. Все время разводным ключом надо. Ну, на 15-й не. Ключей-то не сходят. Ну, все, пока на сегодня. Тенечек уже.
Вот, сейчас только начинал говорить, где было солнце. А там у меня надежда маячит. Поскорее оттуда, чтобы уходило, Михаил пойдет. Вот солнце в кустах. Видите, как на поле. Вышел, вот здесь лежит собачка. Вот. Тут. Это в огороде у меня. В огороде круги сена. Ну, козлик попилить. Бочка. Подойду рядом. Вот она как. Полная бочка накачанная. Колодец включил, вода течет. Вот так, солнце как быстро садится. Совсем уже. Войду вокруг. Это у меня антенна. Видите, какая большая. Ну какая большая-то, ее и не видать. Я сбоку стою. Говорить-то говорю, а еще не видно. Я подумал, что ее видно. Сейчас зайду с другой стороны. И вот отсюда покажу. Вот она какая у меня завернута. Какой-то там маршрутник. Недавно 1500 отдать пришлось. Что с другим, тоже неизвестно. Это у меня голубятня. Это круг поднимать колесиком пшеницу, отходы. Это белая кошка боится подходить к нему. А была серая, там увидите он сейчас. Они играли все вместе, тот в конуру залазил, едят с одной чашки.